Продолжается заготовка кормов в сельскохозяйственных предприятиях Михайловского района. На сегодняшний день скошено однолетних и многолетних трав на 2252 гектарах. Заложено 9088 тонн сенажа, что составляет более 80% от плана. Сено 1554 тонны, более 60% от плана. Заготовка кормов идет строго по технологии, что позволит иметь в зимнестойловый период содержание животных корма с высоким содержанием протеина, объемной энергии, витаминов, микро- и макроэлементов. Мерим влажность тюка. Вот я его вынимаю. Вот у него датчик стоит. Вот он, видишь? Вот датчик. Вот он меряет. Вот засовываешь его, и он показывает. Сколько процентов влаги. Съемочная группа Михайлов ТВ побывала в сельхозпредприятии «Малинки» и пообщалась с генеральным директором этого хозяйства Владимиром Ильичем Соломатиным, чтобы узнать, каковы результаты заготовки кормов в этом хозяйстве. Вот мы находимся сейчас на поле, где ведем заготовку сена. Погода, правда, нам не давала, но вот сейчас деньки выбрались. Вот видите, сейчас у меня работают два пресса, тут работают. Сейчас там еще третий пресс работает. И грабли собираем сейчас. На сегодня у нас заготовлено где-то 700 тонн сена. Сено, конечно, качественное, зеленое, вот видите. Влажность сена, вот сейчас вы смотрели, 15, 14, 11 влажность. То есть для хранения годится нормально все. Так до 18 процента влажности сено должно храниться. Вот. Ну, нам для зимовки, в принципе, потому что мы сенажом занимаемся, вот сейчас что 700 тонн есть у нас, но у нас и здесь, вот сколько, я не считал, вот это, где-то 1000 тонн у нас сена уже будет. Ну и второй укос мы можем тоже где-то тонн 600-700 тоже взять, так что мы сеном будем полностью обеспечены. На сегодня сенаж сейчас готовим. Сенаж, значит, разнотравие и однолетние травы. У нас там бика, овес готовим. На сегодня его заготовлено где-то около 7 тысяч тонн. Нам надо по потребности в чистом виде 6 тысяч тонн на зиму. То есть мы обеспечены сенажом и сеном. Вот работают, конечно, отряды, работают нормально, дело за погодой. Наталья Быстракова, Александр Кратаев, Евгений Быстраков. Специально для Михайлов ТВ.